Всем привет! Сегодня мы решили посетить и вам показать следующий пляж Киева, который называется Венеция. Он после большой реконструкции. Вперед с нами! Смотрите! Как добраться до парка Венеция? На метро надо доехать до станции Гидропарк и перейти вот по этому мосту. Мы как раз идем по нему. Пляж Венеция находится справа. Сейчас дойдем до конца моста и спустимся на набережную парка Венеция. В конце моста вот такая развлекательная зона. Литландия называется. Один полет 50 гривен. Здесь тебе одевают обвязку, садят на тросик, и ты переезжаешь на другой берег. Кто любит экстрим, приезжайте, катайтесь. Перешли мост. И где мы, Дима? Мы попали на остров. Долобецкий. Или Долобецкий. Вот у нас Русановская протока. Получается, мы находимся не на самой реке Днепр, а протока. Река Десенка и Русаневская протока. И вот справа, получается, начинается парк. Не парк, пляж. Пляж. Пляж Венеция. После реконструкции. Обойдем спортивную площадку со множеством тренажеров. Вон ребята укрепляют свои мышцы, мускулы, тело формируют. Мы подошли к центральному входу муниципального пляжа Венеции. Идет небольшая уборочка. Все чистенько, облагорожено. Справа клумба с лавочками. Двое отдыхающих. Вот есть стоянка для велосипедов и самоката. Да, вот тут не спрячься от дождя, если дождь. Посередине открытое небо. И вот мы вышли на пляжу. На пляже сразу установлены душ и нагомойник, раздевалки. Песок каждый день чистят, разравнивают. Незаметно, что ночью был дождь. Есть отдыхающие и загорающие. Да, надо было брать подстилку и тоже загорать. Мы взяли две хопы, сидушки. Можем расположиться. Вот такой вид. Песок чистый. Мусора не видно. Вот флагом у нас обозначен спасатель. Да? Но далеко, наверное, не будет. Спасатель на своем рабочем месте. Так как есть купающийся, спасатель на посту. Не, шевелится. Это не манекен. Вот, мы сегодня 8 июля. Липня, да? Температура воды 22, температура воздуха. Вода теплее воздуха. Зря не взяли купальники, могли искупнуться. Ладно, попьем сидр. Есть медпункт, камеры хранения. Шезлонги, да? На прокат шезлонги можно взять. И вот такая дорожка, по которой мы сейчас пройдем вдоль всего пляжа. И лавочки, да?
вперед. Вот дальше тут кафе, наверное. Но так как людей нет, оно закрыто. Из поддонов сделаны столики, лавочки. Велосипеды оставить можно. Находятся они в тени, а сзади футбольное поле. Там даже играют команды. Слышно, как я иду, короче, кошмар. Песок чистый. Есть палаточка. Кальян можно взять. Но сейчас он не пользуется спросом, потому что мало людей. Будний день. Вот такой кораблик из пластика. Детская зона. Горка. Ступенечки. Маленьким ребятам нравится здесь лазить. И дальше Маракана. Можно посидеть, что-то заказать. Вдоль дороги установлены фонтанчики для питья. Но какая вода, неизвестно. Дар вода. Шестой фонтанчик. А ну. Как это? Нажимать, наверное. Опа! И пей. Ну, хотя бы руки помыть можно. Да. Вот немножко прошли, опять зона отдыха, тут беседочки. Панини гриль. Но закрыто. Потому что людей на пляже единицы. На машинах приезжают, оставляют. А он какой там, что за парк за забором? А, это еще продолжают благоустраивать. Сейчас посмотрим. Устанавливают беседку. Косят траву. Скоро откроется. Ага, это беседки, наверное, можно взять беседку, оплатить на прокат, шашлык пожарить. Мангальчик. Да, под как шатры. Ну что, вон там лежаки есть. Не лежак, между деревьями. Как называется он? Гамак можно сделать. А, вон гамаки там, столики. Но мне кажется, до конца еще это не сделано. Вот он с той стороны. Видишь, он поворачивает берег туда идет. И там ага. Что, мы так что-то пойдем. Обойдем. Ну, может, скоро день рождения у кого-то. Да, у кого-то. Надо выбирать зону локации, да? Проходим вдоль Русановского пролива. Ой, вот такие люди здесь отдыхают. А с этой стороны можно в шатре посидеть, на гамаке покататься. И деревянный забор. Таня решила подойти к воде, попробовать окунуться. По щиколотке, ноги по полу. Вода такая же, рыжая. Так. Вода теплая. Вот сколько сегодня людей на пляже. Вот эта церковь. Вдалеке левобережье. Новый мост, по которому ходит состав поезд метро. Метро. Небе пугающая туча. Тут, мне кажется, даже меньше дома, да, и пока. Ну, можно, когда потеплеет, прийти сюда и спать. Попробовать.
утиная семейка. Ой, уточки. Ищут. Ну, съел, я уже съела. Так это персики им брос. Давай, бей, глубина направо, бей почти. Ничего себе, все одинаковые. Это детки. Где ваша мама? Нет, а это выросшие детки. Да. Мама наблюдала. Вот мы направляемся уже на выход. Провели полдня на пляже Венеция. Следующий наш выход будет на другой пляж Киева. До скорых встреч! Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, нажмите колокольчик. Всем пока!